Лепшую профессию наставника года меньшины назовутся напроканцы мая. У финал вышли 24 педагоги из разных кутков центрального региона. Сирот их работники детских садков, школ, установ профессийно-технической эдукации. Усяго 8 номинаций. Конкурсанты завочно демонстрируют свой профессионализм на мини-уроках и подчас самопрезентации на сцене. А кроме того, каждый наставник обязан познакомиться со своими воско-специфичными напроцовками в режиме онлайн-трансляции. Конкурсанты демонстрировали свои знания в области педагогики, психологии, методики преподавания учебного предмета, ну и, конечно, свои предметные компетенции. Далее был урок «Экспромт», когда педагоги получали тему урока накануне вечером, а на следующий день должны были в незнакомом классе показать свое мастерство для совершенно новых ребят. Детская аудитория для конкурсантов сменялась более взрослой аудиторией. Педагоги-конкурсанты делились секретами своего профессионального мастерства со студентами Белорусского государственного педуниверситета имени Максима Танка. Переможцы отримают дипломы и памятные подарунки. Лепшие проставят столичный регион на национальном этапе.